Приветствую друзей и гостей моего канала. Сегодня будет видео «Мой цветник в центре сада». Полный обзор, часть вторая. Приглашаю всех к себе в гости и приятного просмотра. Этому цветнику миксбордеру примерно 4 года, как я его создала. Он малоуходный. Есть видео на канале подробное. Я показывала, как я его создавала, технологию. Все растения растут на оцыпке. Сейчас середина июля. Вот так эта клумба выглядит. Она довольно-таки не маленькая. Растений очень много. Растения здесь разнообразные. Многолетние, однолетние. Все растут в миксе. Этот миксбордер я создавала с нуля. Здесь было голое место, обыкновенный вот такой вот зеленый газон. И за 4 года уже вот так все разрослось. Очень декоративно, красиво смотрится. Но пределу совершенства нет. Можно постоянно совершенствоваться, что-то досаживать или пересаживать. То есть работа всегда на таких клумбах есть. По уходу, по обрезке, по подкормке. Начинаю обзор сначала. Здесь с краю миксбордера растет спирея вангута, сформирована вот в такое деревце на штамбе. Кому будет интересно, у меня есть видео на канале по формировке этой спиреи. Также люблю очень хосты. Они у меня разнообразные. Вот эта хоста посажена весной, пересажена с другого места. Растение всегда так в саду. Нужно найти еще место для растения, чтобы ему нравилось. Вот здесь, думаю, в подножии спиреи, в полутени будет она неплохо расти. Далее там за спиреей вот такая вот гигантская хоста. Извините, друзья, не всегда я знаю сорта и названия точные своих растений. Хоста довольно-таки большая, красивая. У нее вот такие вот огромнейшие листья, но она только-только начала расти. Возле хост здесь растут лилейники. Я считаю, лилейник – это просто незаменимое украшение сада. Они бывают разнообразные, и сорта, и расцветки. У меня здесь такой полумахровый желтый. Три куста. Вот так уже за это время они разрослись. Единственное, лилейник малоуходный. Требуется подкормка для цветущих растений, для него подкармливать. И обрывать вот эти вот цветочки, которые отцвели, чтобы кустик был декоративный. Далее вот так бордюром посажено декоративное растение манжетка. Уже отцветает. Хочу показать, как она выглядит. У нас сильный ветер, дожди. Цветоносы свои уронила. Вот такие у нее красивые ажурные цветоносы желтые. Ну, сейчас она отцветет, их нужно обрезать. И останутся вот такие вот декоративные красивые листочки. Разрастается она очень быстро. Ну, растение неплохое, манжетка. В полной красе перед вами шалфей дубравный. Очень красиво смотрится в композиции с другими растениями. Лилейники. Это более уже сортовые лилейники. Все на бутонах. Здесь у меня 4 вот таких больших куста. Сейчас вам покажу, какой они все расцветки. Есть вот такой вот персиковой расцветки с желтой серединкой.
Еще один лилейник вот такой вот расцветки. Этот лилейник будет цвести немножко попозже. Он еще на бутонах. И такой же повторяется лилейник персиковой желтой серединкой. Здесь еще растет туя шаровидная, небольшая. На таких клумбах, чтобы зимой клумба смотрелась тоже привлекательно, я посадила несколько хвойных растений. Вот так вот доцветает герань садовая. Меня спрашивали ее название. Я посмотрела в интернете. Это довольно-таки высокорослая герань. По-моему, этот сорт называется Гулливер. Растет вот такая красивейшая ива Хакура Нишики. Посмотрите, какая она красивая. В этом году мы ее даже не стригли. У нее до того яркая декоративная листва. Даже не хочется ее подстригать покороче. Также она создает здесь полутень для хост, что очень хорошо. Она стоит небольшая, к ней сделана опора, так как у нас частые ветра. В Калининградской области я проживаю, чтобы дерево не наклонялось, не сломалось. Немножко для таких вот на штамбе деревьев нужно делать опоры в нашей области. В подножье лилейников посажен арабис. Выращивала семенами. Весной очень красиво цветет белыми цветами. Здесь у меня несколько кустиков для настроения весеннего. Друзья, здесь у меня небольшие изменения. Когда-то у меня здесь росли виолы Анютины глазки, вы видите, здесь вот немножко картинка поменялась. Вчера подсадила я бархатцы тонколистные. В зоне огорода у меня есть посадки вот этих бархатцев. Растут они букетным способом. Выкопала большой ком земли, прекрасно пересадила. И вы видите, вот они уже переночевали ночь, не повяли. Смотрится очень красиво. А виола уже смотрелась, конечно, не очень красиво, я решила поменять композицию. Здесь молодая посадка каменоломка. Сажала весной из семян. Люблю посаду везде рассаживать. Котовник. Это молодые котовники, которые были посажены осенью. Их тут два. Очень красивое растение. Везде рассаживаю его по саду. Очень долго цветет. Неприхотливая. Зимует очень хорошо. И вот там еще один кустик. Они как бы сочетаются. Образуют вот такие вот кочки зеленые большие.
прекрасный почвопокровник тоже. Ну, лучше сажать ее, конечно, где-то с краю клумбы, делать как бордюр. Она низкорослая. Друзья, планирую на этой клумбе осенью еще некоторые рассадить свои многолетние растения. Вы видите, здесь вот так идет в ряд лилейник. Вот эта ельконика будет отсюда пересажена. Это уже мы решили с мужем точно. Думали сначала оставлять ее или как-то ее сделать немножко пониже. Но решили все-таки убрать. У меня еще есть два лилейника других расцветок. И вот сюда дальше я продолжу их сажать. Как раз два кустика посажу. И будет у меня такой здесь бордюр из лилейников. Также на этой клумбе осенью хочу еще рассадить шалфей дубравный. Тоже будет очень красиво. Когда на клумбе или отсыпке повторяются одни и те же растения, это всегда смотрится очень-очень красиво и стильно. На этой клумбе у меня очень много посажено гвоздики перистой. Вот так вот она растет у меня вот таким бордюром в подножии гортензии метельчатой. Она уже отцвела, но когда она отцветет, она тоже неплохо смотрится. У нее вот такие куртины довольно-таки с красивой листвой. И смотрится тоже она неплохо, как почвопокровник. Есть она у меня разная, есть махровая, не махровая. В цветении я вам ее показывала. Сейчас она уже вся обрезана, кустики стоят без бутонов. Чтобы клумба всегда смотрелась опрятно, желательно все цветоносы, когда отцвели цветы, нужно вовремя срезать. Это залог красивой клумбы. Хосты разнообразные. Тоже растут в полутени под ивой. Там еще одна хоста с такими восковыми листочками голубыми. Котовник. Также гвоздика, молодой кустик. Еще один кустик молодой герани. Высокорослый. Вот такой до этого я вам показывала геркулес. А здесь растет туя шаровидная. Она одна из самых первых посажена на участке. Уже вот такая красавица выросла. В сочетании с пузыреплодником красным и ивой она очень красиво смотрится. Довольно-таки редкое в садах растение – это буквица. Вот она уже отцвела, я вам ее показывала в полном цветении. Это, конечно, очень-очень красивое растение, мне нравится. У нее вот такие вот резные красивые листочки, и она цвела сиреневый, просто был букет. Эта буквица подвязана. Зимует она в нашей области хорошо, неприхотливая, недорогое довольно-таки растение. Вот сейчас она отцвела, можно вот эти цветоносы срезать, а можно и не срезать. Они тоже смотрятся очень декоративно. Очень люблю я тимьян. Вот так вот он разрастается по камням. У меня его на разных клумбах, осыпках, других тоже очень много. Очень хорошее растение, закрывает большую площадь, не дает расти сорнякам. А здесь подсажено весной маленькое еще растение астильбы. Друзья, ждала, когда расцветет вот эта красота, чтобы показать ее вам. Спирея японская, Darts Red. Вчера мне в комментариях подсказали ее точное название. Она очень красивая. Это спирея летнецветущая. Снимаю вам специально в это время показать, что спиреи неплохо растут в полутени. Вы видите, сейчас здесь небольшая полутень. Thank you.
практически все спиреи в моем саду уже отцвели, это самая поздняя цветущая. Но зато у нее цветоносы, посмотрите, какие яркие. Красивая очень спирея. Теперь вот я знаю ее точное название. Здесь в подножии к этой спиреи подсажена гвоздика, павлинья. Она по цвету, цветочки у нее сочетаются вот с этими бутонами. Специально я ничего по цвету здесь не подбирала. Ну, вот так в природе все гармонично смотрится. Посмотрите, как эта спирея сочетается на дальнем плане с плетистой розой. Даже пузыреплодник им подстать, тоже с красноватой листвой. Очень интересно рассматривать, как вот природа все создает, как в природе все красиво и гармонично. Здесь еще растет одна спирея, она уже отцвела, цветоносы я обрезала. Остатки соцветий, ну этой спиреи точное название я не знаю. Здесь рядом она растет желтой лапчаткой, лапчатка сейчас в полном цветении. В предыдущих видео я рассказывала, что 6 или 7 лапчаток вот таких взрослых у нас погибло в этом году. Мне писали, наверное, не хватило им влаги. Ну, не знаю, друзья, что им не хватило. Довольно-таки большие кусты погибли. В основном розовая погибла. Розовая и была еще такая более темно-желтая. В центре спирей и лапчатки растет вот такой вот хвойный. Он довольно-таки легкий. Также здесь растут два можжевельника, не знаю точного их названия. Были подстрижены, кардинальная стрижка у них была сейчас, так как они уже немножко подавляли другие растения. Везде по отсыпке у меня рассажены почвопокровные. Это была весенняя посадка, флокс шиловидный, также тимьян. Вот такая хоста. Немножко у нее вот так вот кудрявятся листочки, вот такой расцветки. Молодое растение барбариса, сорт Orange Sunrise. Вот такой прирост дал в этом году. Очень тоже красиво сочетается с красной розой. Когда разрастется, будет еще живописней. Там на дальнем плане молодое растение клематиса, кардинал. Цветы у кардинала темно-бордовые. И в сочетании с барбарисом, с розой, все смотрится красиво. Пузыреплодник тоже украшает эту клумбу. Этот пузыреплодник самый мой любимый. Сорта не знаю, но он осенью, листва у него огненно-красная.
подножье пузыреплодника посажена тоже вот такая довольно-таки высокорослая хоста. Очень красивая. Друзья, мне писали, что чтобы сейчас создать такие клумбы, нужно очень много средств. Я с вами согласна, растения очень подорожали. Но когда покупали мы их, они также стоили не очень дешево, но мы покупали очень-очень маленькие растения, небольшие. И вот так они быстро разрастаются. Многие растения можно научиться размножать самим путем черенкования. Я пробовала в том году делать пузыреплодники, у меня неплохо получилось. Также пузыреплодники и спиреи, вот у меня Gold Flame, они размножаются самосевом. Сейчас вам покажу. Это тоже очень удобно. Я уже несколько растений откапываю, сажаю в маленькие горшочки, даю им подрасти, а затем они будут высажены на участке или, может быть, даже подарю кому-нибудь, если будут лишние. Вот самосев пузыреплодника. Посмотрите, вот такое растение маленькое растет на отсыпке. Вот такой вот малыш, которого можно отсадить. Пузыреплодник вот из такого маленького черенка очень быстро вырастет. 2-3 года и уже будет большой такой куст, очень красивый. Самосев спиреи Gold Flame. Точно так же я откопала вот на такой же отсыпке и пересадила в горшочек. Так что потихоньку можно размножать такие растения. Купить одно и размножить посаду. В подножье плетистых роз посажены вот такие хосты. Они довольно-таки взрослые. Когда-то покупала их тоже на распродаже. Просто были корни в горшках. Я даже не знала, какие будут сами листья. Но получились очень красивые. Вот такие две одинаковые. Я их буду осенью делить и тоже рассаживать по саду. Также в подножье розы плетистой у меня посажен флокс белый. Начинает только-только зацветать. Тоже будет очень красиво смотреться. Надеюсь, что роза еще не успеет доцвести, и белые шапки флоксов тоже будут очень красиво сочетаться вот с такими яркими бутонами плетистой розы. У плетистой розы растет сосна из леса. Сосны тоже очень люблю, они красиво смотрятся. Их можно и нужно формировать, что я и делаю каждой весной. Рядом с клематисом здесь растет вот такой вот кустарник. Название его не знаю. У него вот такая варигатная листва. Цвел он розовыми цветами, по-моему, весной. Весенне-цветущий кустарник. Здесь растет многолетнее растение, но думаю, что оно растет временно. Это я выращивала в этом году из семян. Называется многолетний подсолнух. Вот он уже начинает зацветать. Обыкновенные, наверное, будут желтые цветы. Но это место, конечно, пока вакантно. Наверное, что-то сюда более интересное посажу осенью. Может, даже шалфей. Друзья, вот такая получилась у меня клумба за 4 года. Это сажала я сама, своими руками. Естественно, мне помогал муж обустраивать эти клумбы. Конечно же, дизайнер, может быть, сделал бы красивей и грамотней, но мы не дизайнеры. Высаживаем так, как нам нравится, как мы умеем, как мы видим. Все, что я посадила, мне нравится, меня радует.
приятно вечером прогуляться по саду, полюбоваться красотой природы, которую ты создал своими руками. Могу сказать начинающим садоводам, дачникам: не бойтесь, сажайте, пересаживайте. Только на личном опыте мы можем чему-то научиться, как выращивать растения, как создавать такие красивые клумбы. Вы знаете, вот сейчас смотрю в камеру, вот на камеру смотрится не так красиво, а когда вживую, мне кажется, все равно не передает камера той красоты, которая вот создала природа, и отчасти я немножко своими руками вместе с мужем. Я называю эти клумбы-отсыпки всегда малоуходными в своих видео. Почему я так говорю? Потому что на таких вот отсыпках выращивать растения намного легче, чем просто вот на таком зеленом газоне или просто на земле. Если бы эта клумба была создана просто вот на таком зеленом газоне, все мы понимаем, что обкосить ее было бы практически невозможно. А когда сделана вот такая отсыпка, то труд на участке становится намного легче. Все растения на этой клумбе, которые я вам сейчас показала, зимуют здесь без всякого укрытия. Все растения не такие уж и дорогие, довольно-таки простые. Как-то меня под видео спросили, есть ли у меня рододендроны. Нет, таких вот растений у меня нет. Из-за этого я и называю свой сад малоуходный. Даже розы плетистые я не снимаю. Вот они там закреплены у забора. Они зимуют так. Правда, если зимой подмерзают, не каждый год красиво цветут. Осенью я вам, естественно, все покажу, как сад уходит в зиму. Никаких укрытий я не делаю. Все зимует вот так, как оно есть в природе. Друзья, мои видео, конечно же, не несут никакого обучающего характера. Это видео для души, отдохнуть, посмотреть на красоту природы. А если кому-то какие-то идеи понравятся, немногие писали, что взяли какие-то мои небольшие идеи для своего сада, конечно же, мне это приятно. Для этого я и снимаю. А также, чтобы для себя запечатлеть эту красоту, какие эти клумбы, какой мой сад был в этом году. На этом буду с вами прощаться. Спасибо всем за просмотр и до встречи на моем канале.